Застройщик столицы намерен отстаивать правоту в суде. В группе компаний «Базис» прокомментировали запрос журналистов телеканала «Сургут-24» о ситуации с ремонтом одной из квартир жилого комплекса «Риверхаус». Напомним, пенсионерка Диляфрус Нигматуллина ведет спор со строителями из-за якобы некачественного чистового ремонта по адресу проезд Тихий, 4. Женщина купила квартиру в Далевку у Северстроя. Позднее права на земельный участок и до возведения жилых домов перешли к компании «Столица». Однако качество выполненных работ не устроило сургутянку. Стены кривые, полы вздулись. По словам женщины, из-за этого она уже 7-й месяц не может въехать в квартиру. К проблеме подключились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Тем временем, как нам сообщили в пресс-службе общества «Столица», согласно проектной документации, полученной в наследство от предыдущего застройщика, выполнение отделочных работ в квартирах предусмотрено не было, и компания не может нести ответственности за нарушенные обязательства «Северстроя». А ремонт строители сделали пенсионерки и вовсе за свой счет. Несмотря на эти юридические моменты, в качестве исключения ООО «Столица» пошло навстречу пенсионерке Нигматуллиной и на безвозмездной основе выполнила ремонт в квартире номер 13 с использованием качественных материалов. Ремонт проводился под ее непосредственным контролем, претензии от собственницы в этот период не поступало. Все виды работ, объемы, цветовые решения были с ней согласованы. В апреле 2021 года от «Северстрой» в адрес «Столицы» был направлен акт замечания по квартире. Он датирован 16 апреля 2021 года. Составлены между Нигматуллиной и «Северстрой». Все замечания с нашей стороны были устранены. В адрес «Столицы» неоднократно поступали инициированные собственницы запросы в прокуратуру, жилстройнадзор Югры и другие надзорные органы. По результатам проверок нарушений не выявлено. Показательно и то, что остальные почти 200 собственников дома претензий к нам не имеют.